Мы были на дне рождения сегодня, да, Настя? Теперь идем уже домой. Настя там напрыгалась, набегалась. Понравилось тебе? И мне очень. И тут у нас елочки растут такие красивые. Там вон впереди маленькие утята у нас. Это мои дети. Настик. Там у нас дети в фонтане купаются, потому что жарко. Мы уже дома. День рождения, кстати, было в стиле пиратов, поэтому нам еще подарили тут пирата. Тут еще пазл какой-то с пиратами. Так что сейчас раскроем и посмотрим. Такие вот подарочки. Такой вот пират. И это такой магнит в виде пазла на холодильник, тоже пиратский. И это магнитик тоже. А это... такая скрепка с надписью этой игровой комнаты, где мы были. И раскраска. Да, Настя?
like the sun falling in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls connected. Купили Насте все-таки эту машинку с куклой Барби. Насте очень нравится. Да, она достается. Тут у нее ножки сгибаются, чтобы она сидела. Короче, Насте очень нравится. Машинка такая вот. Тут, кстати, надо вставить батарейку, и она будет ездить. Там сзади вот кнопочка, и она должна как-то ездить с батарейкой. Надо купить батарейку. У нас нету такой батарейки, которая сюда нужна. I've been living in Paris.